Так, рейнджеры, план нашей атаки прост. Десантируемся. Какая запись игры? Стреляем там, как о чем бежали, речь? Берем Дрека под арест и как раз успеваем домой к завтраку. Завтраку! О, это супер! Стоп! И это весь план? Ну да. Извините, но председатель Дрек хитер. Он будет готов к нашей атаке. Слушайте, меня прямо умиляет, что вы сделали домашнее задание, но большим героям большие дела. Проголосуем. Кто согласен ломиться к Дреку с кучей пушек, лихо пострелять и восстановить прочный мир в галактике? Скажите «да». Да! А кто за то, чтобы торчать тут, строя дурацкие графики, скажите «нет». Нет. Решено. Атакуем Дрек Индастрис этой ночью. Готовьтесь, рейнджеры, надеть костюмы и к шлюзу. Внимание! Покажем класс. Наша цель – председатель Дрек. Готовы, рейнджеры? На счет три. Три! Не отставай! Ну что, ты готов? Ну, я... Ну типа я спасибо. На кварту, но у меня закончилось топливо. Мы с Браксом направляемся к комплексу. Будем поддерживать связь по рации. Красивенько. Удачи, бойцы. Дрек Индастрис. Очень мрачненько. Ну короче говоря, меня тоже, наверное, заблокируют на Ютубе за это дело. Ну если что, это внутриигровая запись, которую я по идее отключил, но она как-то включается. Я не знаю, что делает PlayStation, если честно. Я не включаю запись, ее выключил, но она по-прежнему записывает что-то. Ну ладно, не важно. Не суть. Нафига эта херня здесь? А может что-то новое есть? Это мое природное обаяние. Пилы. Заставляет тебя приходить снова и снова, да? Пошел в топку. Твое обаяние заставляет меня уйти отсюда куда подальше. О, черт, а здесь опасные прыжки-то. Здрасте. А это что за херня? А, она их рожает. Тыщ, я тебе сейчас рожу, понятно? Почему именно вы рожаете? Все как прям его в конвейер, мать его. Сейчас у меня 4 должно... 4 карточки было, 5 добавилось. Да? Найсец. Что у меня там не заполнено? Больше Реритана, больше Кервин. Черт, Гаспар. Геройский набор. Давайте сюда. Не то. Теперь у тебя полный комплект. Круто. Вау, болты. Я активирую. Жди тут. Ну, активируй. Я что-то не понимаю, я должен как-то юзать джетпак? Мультимост активирован. Попробуй перебраться сейчас. Я должен как-то юзать джетпак или нет? Вроде на L1 был джетпак. Это как-то странно. А, у меня его отобрали или еще что? Ну, скорее всего... Да, тут написано, в общем, в гайде, который есть рядом... Который идет с диском, то, что реактивный ранец можно использовать, когда он надет. Ладно, неважно, я тогда не понял. Я его добывал. Просто заходим и убиваем всех. Внимание, здесь летуны. Вон пошел. И вы тоже. Здрасте, кто еще? Ты, да? Но как мне сматериться? Это же дети смотрят, боже ты мой. Пишкишка, я не ребёнок. Я не ребёнок. Ещё два.
Найс, карточка прилетела. Последний! Может, ты не будешь стрелять его в стену? Аймботе, а? Аймботе. Это, короче говоря... Слово одно, типа, я боте. Новичка, я тебе сейчас... Знаешь, что покажу? Свой длинный и большой плазмострел. Будешь знать. Что за намеки? Я бежал отсюда по вентиляционной системе. Может, сейчас мы сможем проникнуть по ней внутрь? Отличная мысль. Итак, теперь бы знать, где вентиляционная система. Снова, а, вон там, да, наверное, вот это. Смотри, вон там. Осторожнее, Кланг. Он такой, да мне похеру вообще. Рейнджеры, прием. Я же гений. Я проник в систему вентиляции Drag Industries. Молодец, кадет. Вот бы я тоже был там с тобой. Будь они неладны, эти гигантские мускулы. К северу от вас должен быть технический терминал. Просто отключите его, и рейнджеры смогут попасть в здание. Я никак не могу отвыкнуть от того, что вот эта вот актриса озвучивала шлюху в Heavy Rain. И вот как она начинает кого-то озвучивать, мне вот постоянно вспоминается вот та шлюха. Такое чувство, что он на заднем фоне говорит шлюха. Так, стоять. О, фак. Ну только мостовой бот, правда. Ты еще кто? Стой! Стой! Вот же скотина. Должно же быть какое-то решение. Да, решение есть. Я уже его вижу. Именно это решение я хотел применить. А почему я не могу второй мост заюзать? Простите, что? Ну так бы все отлично решалось, если бы я сюда мост прокинул. Стоять. Ладно, допустим. Заберем этого. Так, а как мне вот эти вот херни пробить? Так, и здесь нужно будет сделать пружинного робота, чтобы добраться сюда. Так, стоять. Теперь забираем тебя. Превращаем тебя в пружину бота. Клево! Так, теперь... Внимание всем роботам. Обнаружена ошибка в системных настройках. Да. Аккумуляторы должны накапливать не наряды, а заряды. Обратитесь к ближайшему инженеру для перепрошивки системы. Что? Всем инженерам по распоряжению председателя Дрека пройти обязательный курс правописания. А, я понял. Тут две надо зарядить. Ладушки. О, найс. Пойду карточки заберу. Окей, вот у этого... Вот это какой-то интересный актер. Небось, еще и горлом озвучивал. Дой, далеко. Даже не почувствовал. Вот сейчас почувствовал, правда, вот эту текстурку в своей голове. Текстурка в моей голове. И, естественно, ничего не накопил. Ну и ладно. Ну и ладно. Так, ай, теперь мне нужно пойти туда. Все понятненько. Если роботов выкинуть, он, наверное, восстановится, да? Придите, нет, все, завалил тогда все. Взять, если бомба была, что я сейчас сказал? Бомба бы была одна, вау, я, слушайте, я с
скороговорки придумаю. Представьте, что бомба была бы одна. Бомба была одна. Бомба бы была одна. Бомба была одна. Бомба была одна. Вау. Окей. А, привет. А ты не мог чуть побольше скинуть, нет? Потому что у тебя кайморит. Позрись с ними. Окей. Вау. Вы что, сюда ничего не положили? Серьезно? А я думал, что я такой умный, нашел секретку. Итак, что ты хочешь? Я тебя сюда поставил, да? Ой-ой, выглядит опасно. А если тебя убрать? Ну ладно. Посмотрим, как ты сейчас спрёшься. Ну, микросхема, не подведи. Так, а здесь есть какой-нибудь проход? Как нет. У тебя там дела, приятель? Я почти на месте, но возникло препятствие. Ассистент Дрека Зет мешает мне добраться до охранного терминала. Понял. Эларис, ковровая бомбардировка завода пироцидными минами. Думаю, лучше доверить решение этой проблемы Кланку. Это было бы предпочтительнее. Действительно. Окей. Посмотрим, что можно сделать здесь. Ну, того-то бота не вытащить. Ну или можно как-то провести его. Почему именно сюда? Ну ладно, я не против. Куда игра закинула, туда я и пошел. Тут еще один. Не вдупляет он. Так, второй провод вот здесь, но как до него добраться? Допустим. Взвод 774 завершил обучение и готов к участию в боевых операциях. Поздравляем! Можете начинать портить людям жизнь. А, только в определенные места можно его закинуть, чтобы он был мостом. Так, а... И до меня дошло сейчас. Вау. Вау, это, конечно, круто придумали. Обалдеть. О! Это уже слишком. Меня хватит. Мама. Вот это было подставой. Только мега подставой. Внимание всем роботам. Так, спокойно. Председатель Дрек благодарит вас за усердность. Сегодня с часу 10 до часу 15. Так, где-то мостик. Столовые будут бесплатно подавать мороженое в брикетах. Также напоминаем, с часу до часу 30 будет проходить общее собрание. Посещение обязательное. Не явившись... Да. Они решили меня поразвлекать. Так, стоять. Ну теперь-то что? Может быть...
как-то вот так. What the fuck? Ну, может быть, надо было так сделать. Вау. Молодец, робот. Я его не пытался забрать. Почему? Почему я его забираю? Почему я его забираю? What the... Почему я его забираю? Я не знаю, я нажимаю один квадрат раз квадрат, он его ловит в воздухе и назад забирает. iPhone 6s. А вы думаете, для чего они каждый раз апгрейдят все это дело? Потому что разрабатывает искусственный интеллект, который говорит, мол, я не хочу быть таким тупым, как люди, хочу быть умнее. Ну и что такая херня? Давай, у меня есть бомбы. Уже. Здорово. А где у меня хп вообще? One shot? Фак, нет, у меня 5 хп. Окей. 5! Все? Соснули! Господи, Фильмонов, хватит! Пожалуйста! Когда ты молчишь, игра просто потрясающая. И озвучка отличная. Черт, я не пойду на мультик. Там, наверное, Кланка тоже озвучит Фильмонов. Я не выдержу. Оп. А, окей. Нужен еще один бомбочка. Еще копыта прикольные у Кланка. Прям как подковы. Ах ты говнюк. Я ж почти тебя хренанул. Контрольный пункт. А что если нет? Возможно, тут мне поможет магнит. Магнит? Окей. Стоять. А вдруг секрет? Раритан. А, отлично. Хотя раритан не нужен. Так что пофиг. Ну и хорошо. Так, спокойно. А, назад я могу просто так добраться, точно. Поэтому мне приходилось так. Да я понял, игра, не говори мне, что делать, пожалуйста. Я и так разберусь. О, боже мой, она теперь будет до конца. Ну, удерживай треугольник, ну, пожалуйста. Ну да. Почему какие-то... Они все нажили? Отстоять. Звоню председателю Дреку. Это голосовая почта председателя Алонсо Дрека. Сейчас меня нет на месте. Вероятно, я веду заседание или закладываю основы процветания нашей расы. Оставьте сообщение после гудка. Если это хорошая новость, потому что тот, кто сообщит мне плохую новость, отправится И, короче говоря, на этом видео прерывается. Что? А, я не то взял. Здравствуйте, председатель Дрек.
это сэр. Я звоню, чтобы просто... В общем, я не спрятался за ящиками дрожжевого. Я просто хотел сказать вам, что беспокоиться не о чем. Безопасность как бы... Безопасность? Вау! Кристофер Нолан сейчас такой, что там? Так, ну это питает кнопку. А остальные питают местоположение экрана. Фак. Я еще одного паренька вижу, кстати. Ну нет, почему я мог нажать? Вот так. Нет, ну ладно, пойду за тем пареньком еще. Сгоняю! У меня там столько непрочитанных писем висит. Что? Писем непрочитанных? Где? В айфоне? Спокойно. Да не тебя! Все на одной кнопке! Ты уж повторяешься, я понял, да? Ты же понимаешь, что я обязательно буду это ломать. Ты еще скажи, вот по такому-то адресу никогда не приходи. Ха-ха-ха! Каким образом я помог? Он и так там сидел. Не смей отдавать эту команду. Ты отдал ее. Тогда и не думай, чтобы щелкнуть по значку безопасности обойти нашу систему. Ты снова это сделал, невероятно. Он сейчас обманет. Вызываю команду. Мне удалось убрать охранную решетку. Молодчина. Увидимся на площадке перед заводом.